Количество ковидных моногоспиталей сокращают на Камчатке. Как сообщили в краевом правительстве, ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется, что позволяет переводить медучреждения региона в обычный режим. Накануне краевой кожвендиспансер выписал всех пациентов. Теперь надо продезинфицировать и обработать все помещения и инвентарь, чтобы учреждение смогло приступить к плановой работе и начать прием пациентов по профилю. Планируется, что к 1 марта к обычной работе вернется и краевая больница имени Лукашевского. В ближайшие дни там сократят коечный фонд на 20 мест. Также в планах сократить койко-места в госпитале на 30-м километре, который развернут на базе Елизовской районной больницы. По состоянию на 3 февраля на Камчатке COVID-19 официально заражены или уже переболели 12 448 человек. Прирост за сутки составил плюс 53. В стационарах края развернуто 640 ковидных коек. Из них 411 заняты. За сутки госпитализировали 42 пациента. Ковидной пневмонией болеет 293 человека. За все время пандемии в крае выздоровели 10 979 пациентов, из них 57 за последние сутки.